Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как делаю котлеты из свиного фарша. И не только из свиного, можно свиной с куриным смешать. В данном случае у меня свинина. Что я делаю? Я добавляю сюда 2 яйца. Раз. Два. Также добавляю сюда соль. Перец черный молотый, как мелис-сунели, картошку тру на крупной терке и лучок тоже на терочке. Теперь замешиваем все это дело. Кто-то добавляет еще хлебушек, вымоченный в молоке. Иногда в фарш еще добавляю также тертую на терке морковку. Такие получаются не совсем чисто мясные, да, котлетки. Пахнет очень вкусненько. Берем фарш. Формируем из него котлету. Обваляем в муке. И отправляем. Обжариваем котлеты с обеих сторон. Где-то 17 минут на одной стороне подержали. И переворачиваем. Если у вас есть желание, можете в духовочке еще поджарить, чтобы оно дошло. Но я сегодня в духовочке не буду. Я вот так вот на сковородочке. С другой стороны, также где-то 17 минут. В общем, вот такие аппетитненькие, вкусненькие котлеточки получаются. Пропеклись внутри. Давайте посмотрим. Очень нежные, очень мягонькие. Очень сочные. Если вам данное видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал и, конечно, обязательно комментируйте. Всем всего доброго, пока-пока!